Йоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Окинатора. Всеми желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Обязательно бери вкусняшку. И нет, нет, я не буду себя загадывать, потому что мы уже давненько это делали. Действительно, он меня спокойно отгадывает. Правда, я помню, по-моему, с третьей попытки, не с первого раза, но отгадывает. В общем, сегодня будет ролик, посвящен персонажем Madness Combat, ребята, почему бы и нет? Я что-то давненько хотел это снять, но как-то руки... Руки-крюки, давайте! В общем, погнали снимать, бери вкусняшку, начинаем играть. Задумайте, реального или вымышленного персонажа. Все, погнали. Ну и, конечно, самым первым это будет Хэнк. Так, существует ли он в реальности? Нет. Нет, он не существует. Женского пола нет. Вот знаешь, я знаю, кого он точно не отгадает. Это, скорее всего, новых агентов. В общем, я недавно посмотрел анимацию перезагрузка Madness Combat. Вот, это все вроде как White Hank канон. Вот, и, наверное, там, по-моему, имена кто-то мне написал, как вообще зовут этих агентов. Он 100% их не знает. Вот что можно загадать, но это может в следующем ролике. Так, человеческие уши. А у него вообще уши есть? Так, погоди, я только сейчас допер, погоди. Нет, у него нет ушей. Правда, вот я сейчас посмотрел, перепроверил, так сказать. Есть фанарты, и там, да, действительно есть уши, но нет, у него нету их, как бы. Герой мультфильма, ну, по идее, мультсериал, ну, окей. У вашего персонажа есть шерсть? Я не знаю, там, в каких местах. Есть, одежда у него есть. Нет, не Дисней. Ваш персонаж руководитель? Нет. Ваш персонаж лесной зверь? Нет. Делал пластические ли он операции? Ну, как бы тебе сказать, в одной из серий... Он как бы... Его поместили в специальную машину маг-агентов, вот. И как бы... Возможно, частично он сделал, так сказать, себе крутую руку. Ну, вообще не он, а Сэнфорд и Деймос. Кошка? Нет. Ваш персонаж умеет слышать затерянных во времени? Думаю, нет. Хотя могу ошибаться. Там дофига, на самом деле, всяких различных анимаций, поэтому животное? Нет. Как-то связан с аниме или мангой? Нет. Желтого цвета? Нет. Есть ли персонажа волосы? Нет. Живет в воде? Нет. Я водяной. В сериале «Благие знамения»? Нет. Носит оружие? Да, вот. Демон? Нет. Показывали по телевизору? Нет. Да. Из Узбекистана? Ну, я не знаю. Нет, это где-то в Неваде. Навряд ли. Ваш... Нет. Да. Офигеть, он угадал, прикинь. Как? Да. Офигеть, Окинатор, красавчик. 10 тысяч раз был отгадан. Вот это круто. Играть снова. В общем, следующий персонаж у нас будет Трики, клоун. Ну вот, запоминаем, кстати, друзья. Хэнк был отгадан 10 тысяч раз. Посмотрим, кто популярнее из них. Так, Джин? Нет. Существовал в реальности? Нет. И слава богу, что Трики в настоящей жизни нет. Ходит на двух ногах? Да. Как-то связан с аниме или мангой? Возможно, есть какой-нибудь действительно... Слушай, может, и есть какая-то манга. Насчет аниме навряд ли. Может, хотя фановские там. По телевизору? Нет. Из Бравл Старс? Нет. Так, волосы, вот тут-то как раз говорим, да. Из видеоигры, да. Связан с миром музыки, да. Он про Friday Night Funkin, наверное, Трики понимает, блин. Женского пола нет. Носит кепку. Ассоциируется с зеленым цветом. Это что такое? Это вообще про Зелела, что ли? Это про меня, что ли? Носит кепку, ассоциируется с зеленым цветом. Ты что, на меня как-то вышел? Я что-то не понял. Ну, типа, зелел, позеленел. В смысле? Ты... Непон? Нет, у него сейчас зеленое. А стой, блин, Трики же с зеленым, господи! Почему ты про...
Почему я про себя подумал? О, боже, это немножечко, ребята, кринжово сейчас было. Типа, да-да, это про меня. Да, Трики же тоже как бы зеленый, боже мой. Носит красное. Нет. Есть дочь. Я не знаю. Трикерина, я не знаю. Может и есть, носит оружие, да. Темные волосы, но они красненькие. В зеленой футболочке нет. Человеческие уши? Нет. Нет. Да. Любит своих подписчиков? Конечно. Он каждого любит, ребята. Да. Прячет свое лицо? Да. Трики? Нет. Да. Трики. Вот он. Вот он. Какой красавчик. Просто посмотрите. И он 29 тысяч раз был отгадан. Представляешь себе? Хэнк не такой популярный, как Трики. Вот это да. А вот теперь надо, ребята, Джебуса загадать. Сейчас мы с тобой попробуем. Так, нет. Связан с аниме, нет. Человеческие уши, блин. Нет у него ушей. Герой мультфильма, да. Есть шерсть, нет. Носит одежду, да. Так. Зеленый, нет. Женского пола, нет. Был женат три раза. Ваш персонаж живет в воде? Нет. Похож на животное? Нет. Носит оружие? Да. С Лего? Нет. 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 Мертв. Возможно, частично. Скажем так. Блин, я просто не знаю. Нет. Да. Да. Нет. Магические способности. Фига у него, оказывается, имен, да? Да, это он, друзья. И посмотрим, сколько он... 3500 раз он был отгадан. То есть Трики просто самый популярный, ребята. Прям... А теперь мы загадаем... Блин, на самом деле, моего самого любимого персонажа, Сэнфорд. Я его очень сильно обожаю, ребят. Может, ты кого-то другого больше любишь, Деймоса, например, либо Хэнка, либо Трики. Трики, мне кажется, все обожают, как бы. Так, Сэнфорд. Так, женского пола? Нет. Человеческие уши? Нет. Герой мультфильма? Да. Шерсти у него нету. Носит одежду? Да. Зеленый? Нет. Живет в воде? Нет. Борода у него есть? Нет. У него нет бороды. Похож на животное? Нет. Как-то связан с аниме или мангой. Носит оружие? Да. С Припяти или Чернобылем? Нет. С Лего тоже нет. Есть персонажи волосы? Нет. Навряд ли он там был. В очках? Да. Так. Да, да, офигеть просто, да. Он популярнее, чем Джебус, прикинь. Я на самом деле немножечко в шоке, ребята. А теперь Деймос. Посмотрим, кто же популярнее, Сэнфорд или Деймос. Существует в реальности? Нет. Нет. Герой мультфильма? Да. Женского пола? Нет. Человеческая голова, да. Спасает мир, да. По факту так. В маске нет. Нет. Накачанный нет. Старый нет. Нет. Делает волшебные палочки, нет. У вашего персонажа, возможно, частично... Вот знаешь, он когда стал... Когда он умер, он стал Дедмосом, там... Ну, скажем, возможно, частично нет. Так, нет. Носит с собой оружие, да. Пацанки... Использует меч? Нет. Он в основном именно... Темные волосы? Нет. У персонажа волосы? Нет. Красоты? Нет. Скидывали ли вашего персонажа в шахту? Что-то я не припомню такого. Так, механические части тела? Нет. Синего цвета? Нет. Горю? Из гадки я серьезно... Нет, вот тут, дружище, ты ошибся. Наконец-то. Смотри, как он на нас смотрит, а. Умеет стрелять? Да, умеет. Носит красные очки? Нет.
Человеческие уши нет. Снимается... Нет. Похож на животное? Нет. Нет. У него нет очков. Нет. Носит. Пространственно-временная петля. Да... Скелет нет. У персонажа есть волосы? Нет. У него кепка и забинтована голова. Есть обувь! Слушай, я только сейчас понял, я не приглядывался, погоди. Обувь у него действительно есть. Ножки же нарисованы, как бы там. А, коллекционирует куколок? Нет. Белое лицо? Да, 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 да. Нет. Носит черный костюм? Да. Ну, как бы. Из камня? Он на правильном пути. Молот нет, огромен нет, убил своего отца нет. Нет. Есть ли пальцы у вашего персонажа? Ну, ручки, ну, типа, нет. Маг-агент? Блин, погоди, пальцы? Черт, у них же у всех пальцы, ёкарный бабай. Нет, не тот, не тот. Так, да. Да. Нет. Второй, второй, второй мне Деймос нужен. Я как ты... Оно. Оно, друзья. Связано с автомобилем? Нет. Был в космосе? Нет. На голове трещины. Ну, сейчас отгадает. Да. Ну давай. Офигеть! Прикинь, про Деймоса! Ну как бы знают, но фотки даже нету. Прикинь! Да! 57 раз! Серьезно? Казалось бы, такой персонаж, и всего 57 раз он был отыгран? Слушайте, друзья, ну я на самом деле в шоке. Я вам скажу, даже маг-агент, ребята, представляете себе, у него фотка есть. Прикинь, а у Деймоса нету. Как это вообще так происходит? Я просто в шоке, ребята. Серьезно. Я не понимаю этого. Мне прям это... Не понравилось, действительно. Ладно, друзья, на этом мы пока что закончим. В общем, Акинатор все-таки всех отгадал. Представляешь себе? Отгадал. Но, как ты понимаешь, если мы там ему загадаем из White Hand'ка, я думаю, персонажа, а по любасу я найду, как зовут там агентов, всяких героев, я думаю, навряд ли он отгадает. Хотя, кто знает, ребят. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.